Привет всем, с вами Джексон. И вот пришла достаточно большая посылка. Это, наверное, одна из самых больших, которая мне приходила. Весит 1 килограмм, вот тут указано, 1 килограмм 106 грамм. Давайте, наверное, начну с предыстории. Суть этой посылки заключается в том, что я вообще использую вообще два планшета. У меня есть два планшета. Это iPad mini оригинальный и Honda 819 mini. Оба планшета мне нравятся. Оба, ну, так периодически использую один, периодически другой. И часто использую к ним какие-нибудь чехлы, потому что, ну, мне лично не нравится царапать планшет, и некоторые чехлы даже являются удобными. Изначально у меня был вот такой чехол. Это, наверное, первый чехол, который появился у меня на канале. Достаточно хороший чехол, но он, я не знаю, все-таки он не то. Лучше какой-нибудь бампер использовать или подобное. Вот второй чехол, это у меня был для iPad mini. Он тут треснул, качество у него было не самое лучшее. И теперь на iPad mini у меня красуется вот такой чехол. Очень хороший чехол, честно, очень крепкий. Пару раз, ну, честно сказать, не прям сильно, но специально ронял. И все в порядке, как вы видите. Все отлично. Единственный минус, то что у меня, поскольку тут стекло, он немного стекло, короче, сдирает этот чехол. А в целом все отлично. И я тут заказал целую кучу разнообразных чехлов, посмотреть их невозможности. И чехлы не только, ну, там есть несколько под iPad mini, но и есть чехлы, которые универсальны, то есть они подойдут и к одному планшету, и к другому. При этом есть многие китайские производители, допустим, даже Honda 819 mini, этот вот планшет, и есть еще несколько, ну, штук 10 точно насчитать можно, которые планшеты по форме совпадают. То есть они совпадают почти идеально по форме. Единственное, что вот в нашем случае 819 немного тоньше, чем iPad mini. А в целом по форме он точь-в-точь одинаковый. Даже, допустим, вот на примере вот этого чехла, то есть смотрите, он просто идеально туда входит. Просто он немного, поскольку он немного тоньше, он немного тут болтается. А в целом он точно такой же. В общем-то, давайте попробуем это все дело. Посмотрим. Так, такая посылка. Давайте как ее поаккуратнее скрыть-то. Ножики все мои уже накрылись, я уже просто использую кухонные, не буду все париться. Хотя кухонный тоже не особо хороший, он такой туповатый. Заточить надо, олень. Вот, огромное количество чехлов. Давайте с первого. Размер не тот, сразу скажу. Я заказывал на 8. Это первый чехол, это у нас как мой старый. Я не знаю, почему он другого размера. Вот, да. Он почему-то другого размера. Я заказывал на 8 дюймов, мне пришел на 9. Где-то вот на наклейке, смотрите, вот. Где-то тут 9 дюймов, да. Первый косяк, это, не знаю, продавец, наверное, ступил или еще. Ну ладно, ссылка будет в описании на него. Я не знаю, я, скорее всего, может, что-то неправильно указал. Далее вот такой вот чехольчик. Это у нас, по-моему, похоже на бампер. Такой красный пупырышко. Блин, как ты... Вот, конечно, упаковывают то, что хорошо, это хорошо, но так упаковали, что попробуй еще и вскрыть это все дело таким ножиком, как у меня. Вообще ужас какой-то. Так пока что будешь открывать, легче его испортить. Время открытия, чем я пока что пришел. Так. Вообще запаковали вообще люто. Ну, зато плюс надежность. Итак, что-то у меня такое ощущение, что размеры какие-то тоже не те имеют. Так, ага, вот это на iPad mini у нас. Давайте его попробуем. Так, это у нас такой зелененький. Мне кажется, мне показалось, что он такой прозрачный. В прошлый раз у меня был... Они, по-моему, такие же, одинаковые почти, да? Но в прошлый раз у меня был матовый. Не, форма немного отличается в целом. Это, кстати, именно на мой iPad mini, то есть вот, именно на первого поколения. А вот у второго там микрофона два, и поэтому тут две дырки, а тут одна дырка. Ну, это, видимо, какая-то старая партия. Давай попробуем вытащить iPad и поставить сюда, посмотрим, как он выглядит. Все, без проблем вошел сюда. Вот так выглядит iPad, кстати, iPad классно стал выглядеть, это такой бампер, вот тут сразу же у нас есть дырочки по динамике, в прошлом такого не было, в прошлом у нас просто было такое широкое отверстие. Все отлично, то есть камера у нас совпадает, все отлично, чехол на сзади глянется, он будет, скорее всего, быстро срапаться, быстро маться, но чехол стоит копейки, то есть для какой-то, ну, неполной, но защиты это более чем достаточно будет. Так,
Пошли дальше. И давайте этот чехол сразу попробуем на Онде нашей. Мне кажется, он тоже сюда без проблем войдет. Вот она тоже без проблем сюда выходит. Единственный минус, у Онды немного не совпадают клавиши. То есть у нас тут клавиша включения не совпадает и разъем, гнездо получается. А в целом планшет подходит, потому что размеры одинаковые. Так, давайте пойдем дальше. Что у нас дальше? Тут куча чехлов. Так, это что-то там тугое, я не буду даже его подослать. Опа, вот, что-то уже покачественное. О, эту штуку я давно хотел. Единственный минус сейчас будет у меня, только потому, что у меня на Онде нету Bluetooth. А, штука эта достаточно интересная, продается много где, даже, наверное, на ваших местных магазинах подобно можно найти. А, так, это у нас USB чехол, получается. А, он с клавиатурой, и он универсальный. О, тут есть вход, слушайте, а может быть, нам будет подсоединить ее как-нибудь? А, на компьютер этим входом подсоединяется. Может быть, мне кажется, по USB она все-таки работает. Получается, что у нас? Так, у нас тут штучки, это липучки, то есть они открепляются. Давайте попробуем закрепить тут iPad наш. Так. Так. Так, вот. Раз липучка. Два липучка. Лично первый раз такую систему вижу. Я первый раз вижу, что там на липучках все было. Так. Ну, закрепила сейчас, честно, не очень. А можно было получше. Ну, давайте попробуем, может быть, синхронизовать по Bluetooth. Я не знаю, как она вообще включается. Так. Да, вот работает. То есть, ну, у нас единственный минус, тут нет русской, получается, раскладки. Тут только английская. Так. Ну, вот все у нас работает, то есть клавиши очень приятные, если честно. Вот, то есть, посмотрите, они вот такие, они прорезиненные все, очень приятные, так похоже чем-то на Softouch Classic, очень приятный на ощупь. Все без проблем у нас печатается, то есть, вон, тык, и все печатается. Все отлично, то есть даже клавиатура у нас нижняя пропадает, когда мы печатаем при помощи этой классной настроечной клавиатуры. Она имеет встроенный аккумулятор, стоит она достаточно дорого, ну, посмотрите, кому-то может быть это как плюс. Давайте попробуем это... А, кстати, мы пробовать-то не сможем, у нас же на Онде нету Bluetooth. Насчет Онды, с Ондой получится немного труднее ситуация, там через UTG придется Bluetooth модуль подсоединять. Но там тоже все это будет работать. Если у вас какой-нибудь планшет с Bluetooth, то там тоже все будет работать. Это универсальная, получается, клавиатура, она подойдет и под 9-дюймовые планшеты, и под 7-дюймовые планшеты. Может быть, даже еще что-то меньше, но, конечно, про смартфоны это уже какое-то, не знаю, извращение. Но под планшеты она идеально подходит. Она достаточно крепко его сейчас держит, хотя я его закрепил вообще, ну, некачественно, просто так тяпля все это сделать, хорошо сделать, все достаточно крепко, ну, вроде бы, ну, просто так его оторвать отсюда не получится. В общем-то, такая вот клавиатурка, ну, я не знаю, будем делать потом на нее полный обзор, посмотрим, что да как. По-моему, достаточно классная такая. Тут у нас еще сзади вот есть подставка, то есть, чтобы вот так ее как-то ставить. Ну, все классно. Так, планшетик уже тут понравилось, давайте его вытащим отсюда. Так, далее. Кстати, у нас инструкция тут была. Тут написано, что да, как... А, вот тут сразу же картинки от iOS. Инструкция есть. Ссылка на эту, получается, на этот чехол будет в описании. Далее, вот такой чехол. Это у нас, по-моему, для iPad mini. Точно не уверен. Возможно, и универсальный. Так. Тут у нас какая-то вот штучка. Дело в том, что у меня есть смарт-кавер, который я заказал с Китая, он вообще ни о чем. Я решил поэтому заказать такую вот штуку. Так. Ну-ка, интересно, она совместима? Да, она совместима, то есть вот можно использовать эту функцию. Тот смарт-кавер, он очень плохо крепился, а тут у нас вот такой чехол. Честно скажу, на ощущение очень приятная такая поверхность. Я не знаю, вам не передают, скорее всего, но очень приятная. Такая на ткань похожа чем-то. Очень приятная поверхность. Тут все отверстия идеально совпадают, все хорошо. Снизу такая рифленая поверхность динамиков. Очень приятный чехол. При этом он в руке так плотненько держится и... как прорезинный получается, он, ну, достаточно приятный. Тут внутри у нас такая, не знаю, бархатистая какая-то поверхность, ну, не знаю, да, мне, честно, вот сейчас это напомнило по ощущениям, как батник какой-нибудь, вот, ну, по ощущениям, вот так вот. Давайте попробуем ее, эту штуку у нас с нашей Ондой. Так. Так,
О, Honda тоже у нас подходит. Но опять же, у нас косяк, у нас клавиши не совпадают. То есть клавиши не нажать никаким образом. Это, конечно, главный минус. Но, возможно, те, кто имеет такой планшет, возможно, могли бы, ну, немного модифицировать чехол. Тут можно аккуратненько подрезать эти его части, вот, допустим, вот так. Ну, это, конечно, уже будет не так красиво, да, но можно модифицировать. А я видел много что планшетов, которые именно по форме почти такие же, как у. То есть даже клавиши там же находятся. Но Honda, как видите, она точно такая же, как iPad. То есть она идеально сюда входит, она сюда даже выходить не особо хочет. Ну, все, отлично, Honda сюда тоже подходит. Далее у нас тут еще какие-то планшеты. Ой, не планшеты, какие-то чехлы. Так, это вот этот чехол. Мне лично он был интересен из своей технологии крепления, получается. Так, такой вот чехол, что мы сразу с iPad'ов начинаем. Давай сначала начнем с Honda. Honda попробуем тут закрепить. Такой чехол, тут крепление интересное достаточно. Так. Все достаточно туго сюда входит. Так. Опа. Ну, плотненько он его так держит. Вот такой вот у нас чехол. Блин, ребят, слушайте, а такой классный чехол. Реально, вот смотрите, у него какая поверхность. Она под кожу сделанная. Очень-очень приятная, очень мягенькая. И внутри у нас вот такая бархатная поверхность. Тоже очень-очень классная. Мне лично очень нравится. Очень приятная поверхность, честно скажу. Тут у нас что есть? Мне понравилась его технология. То есть, как он сделан. То есть, есть вот такая вот штука. Можно поставить его вот таким вот образом, да? То есть, вот тут у нас сзади вот эта штука вот крутится. Какой вам нужно проекции? Это очень классно именно для просмотра каких-нибудь фильмов или, ну, вообще по возможности. То есть, вот, можно вот так его поставить, можно по желанию, допустим, его повернуть, вообще ромбом поставить, я не знаю, положение вообще массы, какие можно поставить, очень удобная штука. Кроме того, тут еще есть вот такой кармашек, сюда можно что-нибудь ставить. Удобный достаточно чехол. Я думаю, на iPad даже показывать не надо. В принципе, все понятно. Тут, кроме этого, по-моему, эта штука еще отстегивается. Так, вот, она отстегивается, и можно использовать вот таким образом. Вообще классная тема, мне нравится. Ну, достаточно интересно все сделано. Вот эта вот штука, вот сам чехол. Реально очень приятная поверхность, сразу же скажу. Мне лично поверхность нравится. Так, тут косячок с прошивкой. Видите, тут прошили не очень хорошо. А так, в целом, очень приятный чехол. Очень приятная поверхность. Тут именно вот эта вот поверхность наружнее на кожу очень сильно похожа. Такой чехол, я думаю, с iPad'ом даже показывать не надо. В принципе, все тут понятно. Он, ну, будет выглядеть то же самое, только с другим планшетом. Пойдем дальше. Дальше у нас еще что-то там есть. Дальше у нас еще один чехол. Это уже самые простые универсальные пошли. Они дешевые достаточно. Ну, я решил заказать, попробовать, что с ними да как. Так. Вот он. Такой вот чехольчик беленький. Он что-то у меня подозрение не на 8 дюймов, а на 7. Ну, сейчас ставим, посмотрим. Так, давайте. iPad. Так. И у него крепление интересное тоже достаточно. То, что тут как сделано, оно не так, как хотелось бы. Так. Да, это чехол несовместимый, к сожалению. Он мне ему не пригодится. Ну, в общем-то, тоже такой чехол. Я не знаю, я, скорее всего, кто-то накосячил с размерами. Что-то показалось, что он совместимый. Ну, я не знаю, показалось, наверное. Тут у нас такой вот чехольчик. Он для 7-дюймовых, скорее всего. Тут у нас есть вот липучки, при помощи которых можно его в такой проекции поставить. То есть, вот в такой проекции, как альбомная. Чехольчик достаточно дешевый. Ну, я не знаю, для... Не знаю даже как это назвать. Дешевый вариант, бюджетный вариант чехла. Он универсальный, подходит абсолютно для всех планшетов 7-дюймовых. Ну, если 8-дюймовый возьмете, то там и для 7-дюймовых, для 8 подойдет. Тут вот крепление достаточно тоже, что так интересно. Вот так она отодвигается. То есть вы при помощи нее закрепляете. Но почему тут крепление только вот снизу, слева, сверху, а справа почему-то крепления нету. Можно предполагается, что сюда он должен вытаскиваться. Вот такой у нас чехольчик. Ну, лично мне нравится материал. Материал снутри. Смотри, у нас такой бархатистый, ну, он еще так себе. Ну, я бы не сказал, что прям самый классный. Как бы ничего необычного. Вот наружный материал, он чем-то похож на кожу. Ну, конечно, это кожзаменитель какой-нибудь. Ну, честно, чехол скажу, ну, возможно, своих денег он стоит. Ну, стоит, по-моему, там 3 бакса, что ли. Для Android планшета самое то, особенно у тех, которые разные размеры. Так, давайте дальше. Дальше у нас... Это у нас такая штука, я даже не знаю, для чего это. Давайте откроем, посмотрим. Я не понимаю, что это такое, откуда оно... А, вот оно что, слушайте, ребята, а эту штуку я даже, знаете, блин, я что-то про нее забыл, вот. А штука-то интересная, будем делать мы 3D, так.
Так, с чехлами мы все уже закончили, так открываем вот эту вот штуку. Это у нас призма. Так, очень интересная штука лично для меня. Да, возможно, многим это будет интересно, но она, единственный минус ее, то, что она подходит далеко не для всех устройств. Это у нас, давайте эту штуку снимем, это у нас получается такое покрытие. У нас тут находится сверху стекло, снизу у нас что-то, ничего у нас снизу не находится. И тут у нас есть внутри вот такая пирамида с несколькими гранями. По-моему, снизу должен быть экран или что-то подобное. Я точно не помню, как она все сделана. Но суть этой штуки заключается в том, что при помощи нее можно делать подобное 3D изображение. То есть это на деле-то это не 3D, это просто так, это на словах, она просто будет выглядеть похоже на 3D. То есть там технология достаточно простая. Там нужно будет иметь телефон, в нашем случае он 5,5 дюймов, вообще тут это вроде для 3,5. Давайте попробуем, ну я не знаю, не будет видно, скорее всего, никакого эффекта. Сейчас давайте яркость на максимум включу. Так. Потому что нужно специальные картинки использовать. Ну, там вроде вот таким вот образом, то есть нужно использовать специальные картинки и получится 3D-эффект. То есть с каждой стороны будет разнообразное изображение. И это, наверное, более темном помещении делать. Но почему-то мне показалось, что оно должно быть снизу. Ну, не знаю, может мне показалось. Эту штуку буду на нее делать полный обзор, когда я с ней разберусь. Надо специальные картинки скачать, и у нас будет при определенном освещении, сейчас слишком ярко, поэтому ничего толком не видно. Ну, в принципе, частично-то видно, вот что там проектируется изображение с экрана. Но очень классная штука, по поводу того, что можно сделать, я не знаю, такую как голограмму, что ли. Мне лично это интересно. Дешевый вариант, стоит она вообще копейки, по-моему, около 2-3 баксов. Такая вот конструкция. Тут у нас пластик, сверху у нас... Не, это не пластик, это стекло. Ой, ну, сверху это не стекло, это пластик. А внутри это стекло 100%, по-моему. Хотя нет, точно не уверен, но похоже на стекло, по крайней мере. В общем-то, вот такая вот у нас штука. Буду на нее делать полный обзор. Ждите, очень интересно, реально, ребят, потому что... Ну, 3D-картинку попробовать самому сделать, почему бы и нет. Даже не картинку, это уже, не знаю, 3D-эффект, что ли. В общем-то, у нас тут больше ничего больше нету. Что у нас получилось? Нам пришло некоторое количество чехлов. Это у нас вот раз, два, три, четыре, пять... И на этом все. У нас вроде 5 чехлов, что ли? А, 6 чехлов. Еще один вот такой. Пришло 6 чехлов разнообразных. Заказывал, чтобы попробовать, то есть какие там чехлы на какие подойдут. Заказывал несколько только, которые подходят именно к планшетам, похожим на iPad, и заказал несколько универсальных. То есть вот этот у нас универсальный. Любой планшет размером от 8 до 9 дюймов сюда влезет. Вы можете, если у вас есть какой-то планшет, даже 7 дюймов сюда влезет, можете использовать. Клавиатура, честно, она на Bluetooth. Есть такой же вариант на USB, она стоит дешевле с USB вариантом, но на Bluetooth, мне кажется, получше. У нее встроенный аккумулятор и... Очень приятная поверхность этих клавиш. Единственный минус то, что у нее нету русской раскладки, надо наклейки клеить. Ну, наклейки, по-моему, найти вот на подобную клавиатуру вообще сейчас не проблема. Абсолютно везде, ну, в любом компьютерном магазине для ноутбуков наклейки, они сюда тоже подойдут. Такой вот чехол лично мне нравится. Поверхность тут у нас похожа очень сильно на кожу. Ну, возможно, даже это, ну, хорошее качество, ну, качественный материал, ну, не самый дешевый, так скажем, потому что чехол тоже стоит достаточно недешево за счет того, что у него есть Bluetooth. Вот такой чехол. Получается, у нас чехол, это у нас глянец, дешевый, но он практичный, можно, ну, его не жалко вообще, так скажем. Тут вот такой чехол тоже у нас универсальный, то есть любой планшет 8-дюймовый, 7-дюймовый я не уверен, возможно, тут такое крепление, что он не подойдет, но, так, вот оно, такой вот чехол, вот, вот его вторая часть, то есть оно тут без проблем все это дело скрепляется. Угу, еще бы знать, как оно скрепляется. По-моему, это как-то вот таким образом происходит. Блин. А, вот оно, как что, клюто. Так. Так. Так, вот. Таким образом оно скрепляется. Его главный плюс, то, что таких планшетов, ну, ой, таких чехлов много для разнообразных планшетов. Плюс его то, что он крутится. Блин, так крепление тут какое-то странное очень. Так вот, плюс то, что он крутится, то есть можно в любой проекции его поставить, особенно удобно, если вы, допустим, читаете, потому что читать вот в такой проекции неудобно, а в такой проекции удобно смотреть фильмы. Ну, это, конечно, на любителя, но достаточно хороший чехол,
Не знаю, вот я где-то видел, что вот таким образом надо держать это все дело. Ну, я не знаю, мне лично нравятся материалы, материал тоже очень приятный, ссылка будет в описании. Лично я советую этот чехол, мне нравится, как он сделан, материалы, и он достаточно практичный. Это у нас именно только для iPad mini чехол, материалы очень приятные, внутри у нас бархатистая поверхность, снаружи, вот, ну, мне тоже нравится этот материал, он приятный на ощупь. Но он подходит только для планшетов, которые имеют форму такую же, как у iPad, ну, по крайней мере, размеры. И вот такой вот чехол, это универсальный, очень дешевый. Таких в интернете вы просто массу найдете, но ссылку, где я брал, скину в описании. Вот такой вот чехольчик, это в нашем случае, к сожалению, 7 дюймов. Я что-то прогадал, я не знаю, ребята, я, видимо, что-то не то вписал, потому что мне нужно это все дело было на 8 дюймов, я взял на 7, ну, что-то протупил. Но чехольчик, он по материалам, ну, я не знаю, материал дешевый, ну, не раздражают, так скажем. Без проблем можно использовать на 7-дюймовом планшете. Для такой защиты, не знаю. Мне лично подобный чехол, ну, не особо нравится, но, в принципе, кому-то может и понравится. В общем-то, с вами был Джексон. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вот такая посылка. Кстати, вот эта штука достаточно интересная. Посмотрим, будет на нее обзор. И на некоторые чехлы тоже будет тут обзор. В общем-то, с вами был Джексон. Подписывайтесь, ставьте лайки. И, в общем-то, пока.